Представители органов правопорядка отмечают, что обеспокоены совершенными за последнее время дорожно-транспортными происшествиями. Особую озабоченность вызывает также низкая транспортная дисциплина водителей маршрутных такси, нарушающих правила дорожного движения и осуществляющих незаконную перевозку с техническими неисправностями. На основании приказа Министерства внутренних дел по Республике Дагестан и во исполнение пунктов плана основных мероприятий на 2017 год на территории города Хасавюрт проводится операция «Маршрутка», цели и задачи которой являются снижение роста аварийности на дорогах, связанных с пассажирским транспортом, выявление лиц, осуществляющих такие перевозки, без путевой документации, без лицензии и транспортного средства, оказывающие такие услуги, не отвечающих требованиям безопасности. В целях профилактики правонарушений сотрудниками ГИБДД России по городу Хасавюрт на регулярной основе проводят в городе массовые проверки и рейдовые мероприятия. Однако статистика дорожно-транспортных происшествий растет, подчеркнул инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Абдулнасыр Тавбиев. Также сотрудниками было отмечено, что основными причинами ДТП с участием маршрутных такси являются грубые нарушения требований мер безопасности и технического состояния автомобильных средств. В лице руководства городского отделения ГИБДД пожелать пассажирам спокойствия в момент проверки такого транспорта. Но это вынужденные меры. Такие случаи у нас больше всего выявляются при надзоре за дорожным движением. И водителям хочу обратиться, смотрели за своим транспортом, за техническим состоянием транспорта. Кроме того, часто у водителей отсутствуют необходимые документы, что говорит о незаконной перевозке пассажиров. За эти нарушения на водителей на месте составляется протокол административного правонарушения с выпиской штрафа в размере 500 рублей. Как отметили сотрудники ГИБДД, подобные мероприятия будут проводиться регулярно для формирования у населения дорожно-транспортной дисциплины. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».